Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Вас приветствует Алена Ариес. Давно мы с вами не делали вызова. Давайте сделаем вызов вашего мужчины. Хотя, конечно, все вызова, которые есть у меня на канале, они прямо в отдельном плейлисте, они все рабочие, вы можете их все использовать. И если у вас один какой-то вызов не сработал, используйте другой. Просто для каждого человека нужно найти что-то свое, то, что работает. А вот, поэтому говорю, что все они 100% рабочие. Я, кстати, проанализировала вызова, которые я делала, и посмотрела, где, на каком вызове лучше всего результат. И именно этот вызов я сейчас хочу повторить для вас. Поэтому для начала вам нужно определиться, то есть выбрать своего мужчину из четырех королей. И, естественно, запомнить, как выглядит этот король. Вот. Также я вам напоминаю, что уже 9 июня, то есть уже в это воскресенье, состоится мастер-класс «Таро для замужества». Обязательно зарегистрируйтесь по ссылочке в описании. Мастер-класс подходит не только для тех, кто хочет выйти замуж, но и для построения отношений, налаживания отношений, для возвращения мужчины. Тоже этот мастер-класс вам подойдет, потому что, конечно же, отношений мы тоже коснемся. Поэтому регистрируйтесь. Итак, надеюсь, что своего мужчину вы выбрали, запомнили. И теперь смотрите, ваша главная задача, я убираю, беру колоду карт и убираю мужчин в колоду. Вот. И ваша главная задача, во-первых, сейчас, пока я перемешиваю карты, представьте своего мужчину во всей красе, подразумевая определенного короля при этом. Представьте, что ваш мужчина смотрит на вас влюбленными глазами. Это очень важно, девочки. И от него к вам прямо идет энергия любви. Прямо представьте, как он влюбленными глазами на вас смотрит, и от него к вам идет энергия любви. А теперь, когда я перемешала колоду, я сейчас начну выбрасывать карты, и ваша главная задача заметить того короля, которого вы загадали. Если короля заметили сразу, то значит мужчина позвонит, напишет или приедет прямо в течение самого ближайшего времени, то есть нескольких минут или, может быть, несколько часов. Если сразу своего короля не заметили, посмотрите видео еще раз и уже, соответственно, ориентируйтесь сами. Если заметили со второго раза, значит, через несколько дней объявится. Если заметили с третьего раза, то, скорее всего, долго не объявится. Я вам тогда рекомендую посмотреть какой-нибудь, выберите другой вызов на моем канале, посмотрите какой-нибудь другой вызов. Но у большинства, у 95% девушек работает именно этот вызов. Итак, девочки, выкидываю карты, а вы ищите своего короля. И ваша главная задача заметить короля, успеть заметить вашего короля. Как только заметили, все, энергетический круг замкнулся. Значит, ваш мужчина уже набирает ваш номер. Или пишет вам сообщение, или, может быть, уже спешит к вам навстречу. Так. Ну что, мои хорошие, пишите в комментариях, кто уже заметил своего короля и
100% ваш мужчина вам напишет, позвонит или приедет в течение нескольких минут или максимум нескольких часов. Если не заметили, посмотрите еще раз. Да, и зарегистрируйтесь обязательно на мастер-класс по ссылочке в описании.